Всем привет! С вами Слава, проект Planeta108.com. Проект о том, как избавиться от офисной работы, рутины, перейти в режим самостоятельности, найти свой личный источник дохода, путешествовать по миру, жить в разных странах и вообще чувствовать себя хорошо. В этом видео я хочу поделиться тем, как я смог избавиться от трех основных проблем в произношении в английском языке, и это помогло мне повысить уровень коммуникации. Итак, первая, самая интересная проблема для меня была, которую мне подметил один американец, это было неправильное произношение звука «в». Поэтому по этой ошибке можно определить моментально тех, кто вышел из постсоветского пространства. Мы очень часто путаем звук «в» и «в», то есть слово, например, Volvo, мы часто произносим как Volvo, Vagabond, водка. Поэтому даже есть шутка у американцев, что русского можно определить по тому, как он говорит слово водка. Разница в том, что звук В, он соответствует букве В, но звук В соответствует букве W. Поэтому с данного видео, начиная с этого дня, попробуйте включить режим отслеживания своих ошибок. Следите за тем, как вы произносите слова с буквой W и с буквой V. V. Вторая ошибка, которая очень часто тоже определяет того, кто вышел из постсоветского пространства, это неправильное произношение сочетаний букв TH, который в английском имеет эквивалент «з» и «с». Разница между ними. TH «с», он более похож на средний звук между «т» и «с». Это слова такие как «thought», «think», ну и другие. TH «з», он более похож на «д» и «з», среднее между «з» и «д». Если вы будете передвигать язык свой между этими, между положениями для этих двух звуков, вы найдете середину «з». Попробуйте, потренируйтесь и исправляйте эти ошибки. Теперь у вас как минимум две ошибки можно будет исправить, вычистить язык, и произношение будет намного лучше. Третья ошибка – это неправильное произношение артикля «з» перед словами, которые начинаются на гласную букву. Например, мы говорим часто «the end», «the entrance», «the only», но на самом деле в грамматике английского языка четко сказано, что перед словами, которые начинаются на гласный звук, на гласную букву, мы должны говорить «the». Например, «the end», «the entrance», «the exit». Ну и, конечно же, пожелание. Пожалуйста, общаясь с людьми, улыбайтесь. Дело в том, что улыбка намного повышает уровень и качество передачи информации. Люди более отзывчивы, более добродушно к вам будут относиться, а также с большей вероятностью помогут вам поднять уровень вашего разговорного языка. Всем привет! Подписывайтесь на мой канал. В следующих видео вы узнаете много интересной информации о том, как зарабатывать в путешествии. Не пропустите эти видео. Подпишитесь внизу кнопкой «Подписка», а также лайкните эти видео, либо оставьте комментарий, я обязательно вам отвечу. На связи Слава, проект Планета 108. Увидимся!